Лен покупать. Нет, на самом деле он просто вот. Я сказал очень ненужную фразу, оказывается. Что он купил? С безлимитным терпением. Но это оказалось не так. Не купил и без безлимитного терпения. Лен покупать. Надо им на аватарке сменить. Зашли, взяли кофейку. Будем тестировать, достойна ли она рекламы Инстаграма Индиры Телебаевны. Да? Там, тут появится надпись, где-то вот тут надпись Инстаграма Индиры Телебаевны. И усы мне надо такие. Такие. Такое очко и усы. Это уж неотразимо. А так мы пришли на набережку. Солнце уже почти что закатилось. Ну, облака смотрятся эпично. Не знаю, передаст ли эта камера. Это, наверное, получится очень небольшой влог. Типа, пошли на набережку, пришли на набережку. Посидели, ушли. Идем за котом. Сейчас продолжим нашу прогулку. Все, мы экипированы. Мы пытаемся вывести его погулять. Кот сопротивляется. Ну, это обычное дело, когда кот сопротивляется гулянию. Мурлыкаешь, что ли? Сейчас главное вывести. Так, что-то думал, мне джинсовку-то одеть, нет? А? Джинсовку думал одеть, нет? Конечно. Дом. Дом, веди себя хорошо. Включи. Блин. Верните меня домой. Вот мы на месте. Любимые фотки на месте в Александровском сквере погулять. Пришли. Поп засек спиннингвузов и шкерец. Такой партизан. Все? Кот был обнаружен, и все обошлось. Только с вами. И какая милая киса. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. We can have a lot of fun. I'm a man.